Открытие мирового масштаба. Ученые Тобольской биостанции обнаружили новый вид гриба. Он обитает на мертвой древесине осины и растет группами. Удалось выяснить, что это род крепидотов, которых по всему миру насчитывается около 200 видов. Но обнаруженный экземпляр еще неизвестен ученым. Это подтвердили в биологическом исследовательском центре Венгерской академии наук. В международном экологическом журнале уже опубликовали описание нового гриба. Ему дали название крепидот Тобольский. Молекулярно-генетические исследования показали, что ближайшие родственники нашего крепидота Тобольского обитают на отдаленных таких регионах. Это в Южной Европе, в Китае и даже в Новой Зеландии. Вид не ядовитый, но из-за того, что он относительно редкий и в то же время имеет такие небольшие размеры, чуть более 4 сантиметров, конечно, не представляет большой гастрономической ценности. Отмечен новый вид гриба обнаружили на экологической тропе Сибура, где ученые уже 5 лет проводят эко-мониторинг и научные исследования.